Включился свет. Так, еще раз. Это у нас Альма, да? Да, это Альма. Альма, вот. Зайка! А там у нас Ева. Ева, иди к нам на свет. А это наш Сатоша. Вот. В Москве опять дождь. Мы пришли на нашу любимую площадку. А тут две такие красавицы. Не считая их хозяек. Да, Сатоша? Хозяек мы не снимаем. Вот. Ну, привет. Сколько годиков ей? Сколько годиков? А? Сколько годиков? Не знаю. Не знаю. Да. Я не я, говорит. Годиков не знаю. И говорит, вообще неприлично спрашивать у девушек, сколько им лет. Между прочим. Да, между прочим. Ну, девушки. Это Ева. Вон она какая красавица. Вот она какая красавица. Вон они какие спокойные. Ева, конечно, сначала потявкала на Татошу. Ну так, ради приличия. А зачем снимаете? А у меня у Татоши канал на YouTube. Я вам расскажу. Завтра можете зайти и посмотреть на своих красавиц. Татош, ты где? Иди, покажись. Иди, морда, покажись. Ну вот такое маленькое дождливое знакомство у нас сегодня состоялось с девчонками. Настроение, конечно, пасмурное, но зато хорошее, да? Ну давай, чмоки-чмоки сделаем в камеру. Чмоки-чмоки. Раз, два, три. Вот завтра твоя хозяйка зайдет и как увидит такие поцелуйчики. Ну, давай, чмоки-чмоки. Раз, два, три. Да, всем хорошего настроения и приятных выходных.